98 воспитанников спортивных секций «Алроса» проведут каникулы на Черном море. Ребята отправились в Анапу по программе летнего выездного отдыха. Культурно-спортивный комплекс компании оплачивает полную стоимость путевки. На курорт детей доставляют чартерным рейсом из Мирного. Отдохнут и потренируются на юге хоккеисты, шорт-трекисты, лучники, пловцы и дзюдоисты. В августе состоится второй заезд в Анапу. Туда отправятся 102 воспитанника кружков КСК по направлению «Культура». Там они будут заниматься трижды в день, у них будут тренировки, есть у них программа развлекательная также. То есть дети потянут свою физическую форму и отдохнут. По культуре, по направлению культуры история такая же. Они занимаются там пением, точнее вокалом, да, танцами, то есть расширяют свой кругозор по данным направлениям.